Не просто кемпер сидит. А где вот такого чувака в клумбе нашли? Так, двое сейчас между собой переубивались, что ли? А это был ты? А, нет. О, я нашел лук. Прикольно, сейчас надо поиграть. А, вот меня тоже сразу убили. А сложно. Да могли бы. Это из будущего сообщения. Один другого душил, но я помог не тому, кому надо. А, тебя другой убил, это был. Угу. Ну я сейчас кости. Это не я, я тебя немного понастрелял, но тебя убил другой, с дробовика, и потом он же меня убил. Извини. Это дробовик? Не, да, ну как да. Просто с одного, я не понимаю, я тебя хотел просто придушить. Меня? Да. А ты успел, ты же рядом был. Ты успел понять, что это я бегу, и ты хотел меня придушить? Мне кажется, мы из-за угла выскочили. Так, смысл стрелять на такой короткой дистанции, если эффективнее придушить, потому что... Не, мне казалось, я тебе доказал, что стрелять было эффективнее. Не, ну просто у меня лично винтовка выносится с нескольких патронов. А ты, знаю, как... ты из дробовика стреляй, зачем тебе винтовка? Я девятый, по-моему. 8 убийств? У меня 13 убийств. И фиглит. А, кстати, заметили, мы... А, она ходила с луком, с разрывным, она меня два раза убила. А, ну я чуть ли не худший. Классно.